Всем привет! Сегодня мы поговорим о самом важном событии в жизни девушки – это выпускной вечер. Как наступает май, не получая, наверное, тысячи звонков от мам, которые спрашивают совета, что же купить ее дочке на выпускной вечер. Обратите внимание на легкую юбку, летящую. Обязательно подберите туфли-лодочки. Будьте осторожны с аксессуарами, потому что у вас будет вечерняя прическа. И для смелых девушек, наверное, стоит обратить внимание на материалы высокотехнологичные, такие как неопрен. Вот, пожалуйста. Он очень хорошо держит юбку, и, безусловно, мне очень нравится этот разрез, который добавляет пикантности. Ну и не забудьте очки iCut, которые вам пригодятся не только на выпускном, но и на следующее утро. Один из моих любимых трендов этого сезона – это пастельные оттенки. Например, это может быть бежевое платье-комбинашка в сочетании с глубоким синим, зеленым, или же комбинация из всех пастельных оттенков, таких как персиковый, нежно-желтый, мятный, голубой, розовый. И обратите внимание на обувь. Здесь должны быть абсолютно точно открытые босоножки, потому что закрытая обувь будет утяжелять ваши ноги. Для тех, кто любит молодых дизайнеров, но показы которых мы, журналисты, ждем с большим нетерпением, обратите внимание на Кристофер Кейн и на Фрэнсис Фуллер. И тот, и другой использовал металлический блеск в отделке платья. И самое главное, что вы можете и то, и другое платье одеть с обуви без каблука, например, с сандалиями. И вы можете протанцевать весь вечер. Классический вариант на вечер – это длинное платье в пол. Главное преимущество такого платья, что вы можете его одеть не один раз, и через 5 лет, и через 10. Более романтические барышни могут одеть что-то подобное, нежное, с кружевом или цветами. Такой же вариант может быть и с длинным рукавом, кто боится открывать свои руки. Для классических это однотонное платье, Ролан Муре, Виктория Бекхэм. Ну и, конечно, необходимый аксессуар для вечернего платья – это сумка. Сюда идеально подходят сумки Олимпия Летан, папа, который был иллюстратором, и мы это видим на обложках этих сумок. Это может быть любой вариант, может быть даже вариант вашей любимой книги. Вы можете отходить по содержанию, а можете отталкиваться от обложки по цветовой гамме.